Друзья, вот такой широкий выбор инструмента здесь. На, серьезно, ты не верил. И токарные станки. Вон, даже по железу. Вот даже по железу есть. 94 рубля всего. Китай. Китай пром, да? Вить, ну что ты скажешь по этому токарному? Ну, эти. Карандаши точить можно, да? Корвет. Друзья, огромнейший выбор. Огромнейший, просто огромнейший. А меня вот интересуют сварочные аппараты. Кубок. Ну это область мечтаний. Пускозарядное устройство. Цены, все видите, да? Маски. Мы, нам менеджер пообещал сделать, проведет нас по всему магазину. Здесь очень много отделов. Инструмент. Какой хочешь и что хочешь. Менеджер Александр нам пообещал обзорчик сделать. То есть проведет нас, у нас сейчас времени нету. Мы детально, если вам интересно, напишите на канале. Мы детально приедем еще добирать инструмент сюда, к компрессору. Если вам интересно, мы сделаем обзор на этот магазинчик, друзья. Повторюсь, магазин Кубань Инструмент, город Тимошевск. Ты правильно говоришь? Адрес скажите? Пролетарская улица, 57. Кому интересно, друзья, я говорю, просто выбор огромнейший. Огромнейший. Гляньте, туда если пойти, там отделов столько, это вообще ужас. Вот. Я вообще больной от этими. Вот. Ты же скидки даешь. Да, скидки новогодние, и от Снегурочки, и от Деда Мороза. И ветеранам застоя, и участникам перестройки. А вот мне подсказывают, гляньте, просто огромнейший выбор, я уже ходить не буду, вот так вот, болгарки, какие хочешь. Снегурочка скидки дает свои, Дед Мороз свои, почему мы на Новый год и покупаем. Так что, считай одни скидки, даром и бесплатно. Все, друзья, напишите, если вам интересно, напишите в комментариях, мы это все сделаем. Добрый день, друзья. Гости, подписчики канала, канал Агроземледелия, приветствует вас. Так, находимся в магазине Кубань Инструмент. Выбираем компрессор. Выбор бешеный. Цены тоже. Это у нас что? Фубах на 100 литров. 28 это. А это что у нас? Workmaster. $52,100. Какой брать, фиг его знает. Вот такой вот фубах стоит. Не знаю. Или тыч. Сказали ременник брать. А сколько этот компрессор качает? Workmaster. На поршнем, но с большим поршнем. Какая у него производительность? Сейчас он качает здесь. Что-то вообще ничего не вижу. Здесь, смотри, 520 литров. Ну, это же на входе. Надо 520 нам. Сейчас скажу точно. Workmaster. Так, а двигатель что у нас? 2,2 киловатта. А 364 на выходе. Чисто. Давит, да? 520, да. Умножаем на 0,7, так как ременной привод. Получается 364. А сколько гарантия на него? Вот гарантия.
World Master. И что за них за отзывы? Ну, в принципе, нормально, если сразу проверять, что нет никаких проблем, тогда нормально. Не понял. С такими, как с World Master, это более бюджетники. Поэтому мы за такую сумму, да, вот получаем высокую их производительность. Как долго он работает? Ну как сказать долго? В профессиональной сфере или в быту? Ну дома. Но я буду ними красить и пневмоинструмент буду со временем. Нет. Гайковерт. С высокой производительностью для дома компрессор. Ну, не такого качества, например, как будет, как ремеза. Ремеза, да? Друзья, остановились на это там компрессоре. Ремеза. С автоматикой, которая. Говорят, хороший. Ну давай запустим его еще разочек. Нет, подожди. Давай строим, посчитаем, за сколько он накачает от этих вот 50 литров. Понял, там секундомер включен. Говоришь, хороший, самый лучший, да, компрессор? Да. Там еще 4 атмосферы, а он не давит, не спускает. Сейчас спускаю. Открой сильнее. Так, и что ты говоришь, масло, да, новогоднее, да, дарите? Ну, дарите масло менять, да? Будет честная, хорошая жена, я не свое масло производство. Чье? Ну, у вас есть? Вы масло продаете? Или нет, зависит, есть, продажи. Вы, да? Так новогоднее от Деда Мороза будет масло на замену? Да, придумаем. Придумаем, ну, слава Богу. Это атрибутика, но масло, конечно. На канал Агроземледелия заходи, смотри. Завтра. Земледелие? Да, агроземледелие. Заходи и смотри, это мой канал. Хорошо, вот уже здесь. Так, сейчас все. Секундомер включает, за сколько он накачает? Дим, а ну, сейчас. Да, полностью я хочу стравить. За сколько он накачает? Где он там стравливает? На полке. А вот и все это. Там, это и конденсат сливать, да? Да, да. Ну, сейчас. Друзья. А я не вижу. Вот он. А, видите, даже капли. Подожди, он 400 литров в минуту качает? 420. А вот, может, посмотрите, вот там, наверное, на мониторе. Вот он на мониторе. 50 литров. Накачали сколько? Угу. Вот это все вот данные характеристики. Это уже на выходе, да, 420? Ну, как они утверждают, 3 месяца, да, как на выходе. Ну, сейчас мы это, давай, закручивай и запускаем. В прямом эфире сейчас будем испытывать. Поехали. Рабочее давление сколько в него? 9? 8, да?
Минута 44, второй. Минута 44. Вот набирает 9 атмосфер, 50 литров, да? 50 тут? 50 литров, да. 60. 50 литров. Да. 50 литров. Здесь такая вот 36, 100 литров. Точно такая же голова, устройство, все. Все, самое. Ясненько, так, ладненько. Все, друзья, наверное, мы этот компрессор берем. Нам еще в подарок масло вроде обещали, да? Да, конечно, масло. Все, масло нам дарят. Давайте, друзья. Так, друзья, поехали мы. Компрессор на базу поехал уже. Сейчас мы его загрузим. Сань, помоги закинуть, потому что я его не... Мне даже нагинаться еще. Не, так, куда? Какой, какой салон? Опа! А что он? Грузим, друзья, грузим компрессор, я подержу. 80 килограмм весом его. Подожди, надо колесико тут. Оп. Все. Так, Дим. Давай вот сразу подопушу. И бим. Ты, подожди, ты сейчас воздуха на обломишь. От... Обломим. Его надо было развернуть. Дим, поставь вот эту железку. Где железку поставить? Вот так. Поставь. Брось. Да ничего не надо. Железку. Все, друзья, поехал компрессор домой. Ну а что делать? И встречим, давай. Сейчас мы обмотаем его. А ну, Вить, засвети пакет. Что там Санек нам подарил, старший менеджер? На бестолковку. Бестолковку нам подарила такую. Коробок какой-то там. Коробок с чем-то. Еще что-то. Ну, короче, дома покажем. Да.